Наташ, скажи, пожалуйста, ты же актриса, ты закончила ГИТИС. Сегодня ты посмотрела спектакль. Скажи мне, ты бы хотела участвовать в таком спектакле, и что ты можешь о нем сказать? Ты понимаешь, это был все-таки музыкальный спектакль. Играл оркестр, просто он играл на нетрадиционных инструментах. Но по большому счету это не театральное действие, это все-таки действие больше музыкальное. Здесь была сложнейшая партитура, шумовая, с всеми кульминациями, развитиями. То есть это был, мы были, я думаю, что на представлении вот такого необычного оркестра. Ну, святая святых, сцена. Эти невероятные какие-то инструменты, которые режиссер собирал. Вау. Которую мы только что смотрели, этот невероятно музыкальный и такой чарующий своей звуковой палитрой спектакль. Очень авангардный, очень креативный, но при этом очень жизненный. Юля, тебе понравился спектакль, Наташа? Мне очень понравился спектакль, а еще мне понравилась вот эта штучка, которая, она, конечно, делает прекрасный такой шум, шум летней и ночи, но вот я бы подсодрала эту фишку. Мне понравилось. И выглядит, и шумит, и... Класс! Очень. Канцелярия небесных звуковых сил. То есть как бы вся вселенная. Я подумал, у Гоголя есть небесная канцелярия? У нас небесная звуковая канцелярия. И вот все как бы состояния природы, все силы, все боги, чтобы нам покорить. Ура!